Сторонники Алексея Навального устроили ему прием с цветами и аплодисментами. Встречали как героя, который вернулся после жестокой битвы. Еще 18 июля этого года Ленинский суд Кирова приговорил Навального к 5, а офицерова к 4 годам лишения свободы по обвинению в хищениях на предприятии «Киров-Лес». На следующий день были поданы документы на обжалование приговора. И вот, наконец, Кировский областной суд заменил реальное наказание условным. На основании статьи 73 Уголовного кодекса, назначенное Навальному и офицерову наказание в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком 5 лет каждого. На такой мягкий приговор подсудимые практически не надеялись. Навальный и офицеров изначально были готовы к тому, что зал заседания суда они покинут в наручниках. Были даже собраны сумки для пребывания в СИЗО. Ну вот посмотрите на эту сумку, можете попробовать ее поднять, на вид почти 40 килограммов. Я ждал ареста и заключения по стражу. Собранные вещи так и не пригодились. Сразу после оглашения вердикта, не скрывая облегчения, Алексей Навальный поблагодарил всех своих сторонников. И в очередной раз заявил, что дело сугубо политическое, и все решения были приняты заранее. Совсем не в судебных кабинетах. Очевидно совершенно, что все решения по сначала реальному сроку, потом вот это изменение меры пресечения сейчас по условному сроку, принимаются совершенно точно не здесь и лично Владимиром Путиным. У меня нет ни малейшего представления относительно того, что творится в его голове и почему он меняет свое решение. Навальный и офицеров не признают свою вину. В ближайшее время они попытаются вновь обжаловать приговор. По российским законам все, у кого есть неснятая судимость, не имеют права участвовать в выборах в качестве кандидатов. Таким образом, если приговор не будет отменен, то в ближайшие годы Навальный не сможет выдвигать свою кандидатуру. Но уходить из большой политики он все равно не собирается. Об этом он открыто заявил в своем блоге. Участие в выборах – это не только быть кандидатом. И я, и те, кто вокруг меня, мы занимаемся политикой, чтобы сделать жизнь лучше. Так что правильные форматы работы мы найдем. Если кто-то там считает, что я теперь буду шарахаться каждого митинга и любой деятельности в страхе административного правонарушения, которое превратит условный срок в реальный, то это зря. О намерении заниматься общественной деятельностью заявил и Петр Офицеров. Правда, уточнил, тандема с Навальным у них не будет. В тандеме точно нет, нам хватит одного тандема уже. Нахлебались, я думаю. Поэтому я не знаю, буду ли заниматься политикой, но то, что я буду заниматься общественной деятельностью, это точно. Впереди президентская амнистия к юбилею Конституции. Возможно, что фамилия Алексея Навального и Петра Офицерова окажутся в списках законопроекта. Правда, сами они в это не верят и надеются только на своих адвокатов. Максим Черепанов, Данила Витковский. Специально для телеканала 16.12.